а на лед выходит Miyabi OBA. 19-летняя японская фигуристка, которая сейчас представит нам свою короткую программу. Все-таки вот наши девчонки, какие у них красивые выезды, ножку поднимают, красивый прогиб. Ощущение здесь тоже хуже. Все хорошо спорят. Очень слабенькие очень. Позиции не такие красивые, вытянутые, длинные. В Японии очень популярно одиночное катание, как женское. Да, и особенно мужское одиночное катание, и очень много талантливых фигуристок и фигуристов рождаются, да, и выходят в свет из Японии. И просто видно, насколько, да, может быть, что-то не получается, и где-то она похуже, чем наши девчонки по линиям, но все равно она так... Ой, как так? Очень обидно на простом шаге. Хотел сказать, упасть, что она, да, очень старается и очень эмоционально. И вот здесь, видимо, то ли эмоции захлестнули, она перестаралась, да. То ли где-то потеряла контроль. Но такое тоже случается. Но надо все равно доделать программу и закончить ее, что она и делает.